Добрый день, уважаемые любители волейбола. Сегодня заключительный день соревнований Кубка Федерации волейбола Республики Саха-Якутия, посвященный 65-летию заслуженного работника физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия Александра Петровича Керемясова. Буквально через некоторое время мы увидим матч за третье и четвертое место между командами Амгинского Улуса. Они у нас в белой форме, и сборной команды Северо-Восточного федерального университета. Они в синей форме. Главный судья соревнований Константин Дмитриевич Гаврилев. Первая категория, город Якутск. Представлю судей. Первый судья. Судья на вышке. Захаров Гаврил, судья первой категории, город Якутск. Амгинского Улуса. Игрок под номером 3, Геннадий Михайлов. Номер 4, Джимустан Захаров. Номер 3, капитан команды Айсен Кристофоров. Номер 8, Айтарик Соловьев. Номер 17, Сергей Игнатьев. Представляю основной состав Амгинского Улуса. Третий номер — Геннадий Михайлов. Четвертый номер — Захаров Джулустан. Пятый номер — Айсен Христофоров. Восьмой номер — Айтал Соловьев. Тринадцатый номер — Дмитрий Шестаков. И 17 номер — Сергей Игнатьев. 19 номер — Ардислав Захаров. Представляю основной состав сборной команды СВФУ. Первый номер — Эркин Киров. 17 номер — Василий Афанасьев, связующий команды. Центральный защитник — Иннокентий Филиппов под седьмым номером. Под третьим номером — Егор Наговицын. Второй номер — Сергей Бетчитов. И либеро команды под шестым номером — Константин Андреев. Ноль-ноль. Встреча началась. Ошибается Иннокентий Филиппов при нападении с четвертой зоны. И первое очко зарабатывает команда Амгинского Улуса. На подаче 19 номер — Радислав Захаров. Остается мяч в игре. Аут показывает линейный судья. После нападения восьмого номера. 1-1. Подает связующий команды сборной ВФУ 17 номер — Василий Афанасьев. Ошибается при подаче. 2-1. Айтал Соловьев. Это неудачный прием игроков сборной СФУ. Без атаки остается команда Амгинского Улуса. Сброс в исполнении второго номера. Да, к сожалению, вторую ошибку допускает Айтал Соловьев, нападая с шестой зоны. 2-2. Иннокентий Филиппов. На подаче. Хороший прием в исполнении либера. Команда осталась без атак. Четвертую зону показывает связующий.
Третье очко зарабатывает Геннадий Михайлов. Мяч от блока улетает в аут. 3-2. Остается мяч в игре. Зачехлили своим высоким блоком игроки сборной из СФУ Геннадия Михайлова. И счет стал 3-3. На подаче Егор Наговицын. Команда СФУ готовится подать. Вау. Посылает мяч Сергей Игнатьев. Один из высоких игроков амгинской команды. 4-3. Команда СФУ выходит вперед. Хороший прием. Контратака в исполнении сборной СФУ со второй зоны. Атаки не получилось. Аут показывает первый судья. 4-4. Сергей Игнатьев, центральный блокирующий команды амгинского «Луса» на подаче. Мы увидели грамотный сброс Эркина Кирова, одного из тоже основных нападающих команды СФУ. Пять четыре. Хорошая планирующая подача. Блок смягчает нападающий удар. К сожалению, не готов был к этому нападающему удару Сергей Бетчитов. Попадает в сетку. И счет становится 5-5. Третий номер. Геннадий Михайлов. Амгинский «Улус». Подает силовую подачу. Отведенный прием. Не стал рисковать. Эркин. Сброс. Снова сбрасывает Эркин Киров мяч. Да, ошибается связующий. Не довел мяч до своего нападающего. Ошибка. 6-5. Айтал Алексеев. Эйс в его исполнении. 7-5. Снова ошибаются амгинские волейболисты, выкручивая мяч с четверки по четверку. Ошибается Айтал Соловьев. И плюс 3 уже у команды СФУ. Снова высокий блок в исполнении Иннокентия Филиппова. Приносит 9-е очко своей команде. Девять пять. Продолжает подавать Айтал Алексеев. Укорочена подача. Сетки касается Иннокентий Филиппов. 6-9. Аут. Непростительная ошибка. 10-6. При более простой подаче. Эркин Киров тоже вчера подавал силовую подачу. Сейчас тоже в его исполнении силовая. Прием.
не стал нападать. А это Соловьев просто взял и скинул мяч за блок. И выиграл 7-е очко. 7-10. Владислав Захаров на подаче. Тоже подает силовую. Подключение со второй линии. К сожалению, не успевает на этот мяч Иннокентий Филиппов. Завис. И послал мяч в аут. Разрыв сократился до 2 очков. Но опять вторая ошибка при подаче. Очередная у волейболистов Амгинского Улуса. 11-8. Василий Афанасьев справляется с приемом. Подключают нападающего в третьей зоне. Справляется с одиночным блоком. 9-11. Третья подряд ошибка у амгинских волейболистов. 12-9. Низкий прием. Справляется с данной передачей Сергей Игнатьев. Приносит своей команде 10-е очко. Хотя, конечно, был по высоте низковат этот мяч для него. Но успел взмахнуть. 10-12. Ошибается Эркин Киров при приеме. Застоялся. Мяч нырнул перед ним. 11-12. Вот мы уже видим 4-ю подряд ошибку при подаче у амгинских волейболистов. 13-11. Егор Наговицын готовится к подаче. Ставили мяч в игре после несильного нападения. Быстро вырученная передача Геннадию Михайлову. Ух ты! В исполнении Эркина Кирова мы увидели нападающий удар до пола. 14-11. Хороший кистевой удар продемонстрировал Эркин Киров. 14-11 в пользу команды СВФУ. Рано забежал на подстраховку игрок сборной СВФУ. Мяч был послан незащищенное место. Остается мяч в игре после сильного удара. Еще раз оставляют мяч в игре. Второй судья фиксирует у Геннадия Михайлова касание сетки. Он сам даже не заметил, игрок, что коснулся сетки. Сергей Бетчитов коснулся мяча либера команды. Константин Андреев. Мяч улетел в аут. Не был готов к этому нападающему удару. 13-15. Геннадий Михайлов готовится подавать. Силовая подача полетит. Неплохая подача полетела.
Ау. Эркин Киров не стал рисковать, но ошибся при скидывании мяч в первую зону, практически в 9-й метр. 14-15. Эйс! В девятку попадает практически Геннадий Михайлов. И счет становится 15-15. Как только полетела подача у игроков сборной Амги, так они быстренько сравняли счет. Красивый нападающий удар демонстрирует Владислав Захаров, 19 номер. Два компонента в волейболе. Подача и доводка до связующего. Это основные элементы игры. Провалился мяч между блоком и сеткой. Не успели перенести мяч. Перенести руки блокирующие. И очко выиграл Эркин Киров. 16-16. Хороший прием. О, снова подключают первый темп. Владислав Захаров. Они начинают находить общий язык со связующим. После двух-трех хороших акцентированных ударов волейболисты Амги встрепенулись. Но с этим не согласен у нас Иннокентий Филиппов. Тоже пробил практически в третий метр. 17-17. Ошибается Эркин Киров. При выполнении силовой подачи. Владислав Захаров, 19 номер. Оставляют мяч в игре. Контратака в исполнении амгинских волейболистов. И снова подключается первый темп. Не попадает. Сбрасывает связующий. Была хорошая комбинация в исполнении игроков сборной СФУ, но, к сожалению, Эркин Киров попал в аут. 19-17. К сожалению, ошибается Радислав Захаров при исполнении подачи. 18-19. Низкий прием. Хорошо закрутил кистью девятый номер амгинской сборной Денис Шестаков. Обвел двойной блок. 20-18. Высокий прием. Да, после таких ударов исполнение Иннокентия Филиппова. 19-20. Обмениваются любезностями обе команды с третьей зоны, показывая хорошие акцентированные удары до пола. И снова короткая передача в адрес Сергея Игнатьева. Мяч от блока улетает в аут. 21-19. Артем Христофоров. Оставляет мяч в игре Сергей Игнатьев после блока. Блок закрывает нападающий удар. Да, к сожалению, мяч проскочил от троса и нырнул вниз. Не успел на этот мяч Иван Старостин. 20-21. Пошла концовка первой партии. Сейчас посмотрим, кто. Третий номер. Геннадий Михайлов.
раскидали блок. Игроки амбинской команды. 22-20. Разрыв держится уже некоторое время. Не справляется с приемом. Ребята с СПУ. Блок. Попадает мяч после удара Геннадия Михайлова. Закрыли Эркина Кирова. Грамотно сыграл Сергей Бетчинов. Не стал сильно бить. Нашел лазейку в блоке амгинском. И выиграл 21 очко. 21-22. Сергей Бетчинов. Разыгрался 19 номер Радислав Захаров. Он уже нападает с четвертой зоны. Игрок, умеющий нападать из третьей, из четвертой. И с коротких передач. Снова хорошая подача в исполнении Геннадия Михайлова. Не был готов к этому нападающему удару. Оставляет в игре Геннадий Михайлов мяч. Да. Нестандартно сыграли амгинские волейболисты. Надо сейчас разыграть. И снова. Не получается с передачами доведения до игроков своих. Связующие не могут грамотно довести мяч. 22-23. 22 очко выигрывает игроки сборной команды СФУ. Страсти накаляются. Блокируют Иннокентий Филиппов Радислава Захарова. И счет становится 23-23. Прием хороший. Да, высокий съем демонстрирует Данил Шестаков со второй зоны. Практически поверх блока. Выиграл 24 очко. Сетбол у команды амгинского Улуса. Да, снова остались без нападения игроки сборной команды СФУ. Да, с места нападал Радислав, девятый номер Денис Шестаков. И мячом задел антенну. 24-24. Эркин Кирев на подаче. Да, самый ответственный момент. Ошибается, не стал рисковать, не стал подавать, перешел на планер, но, к сожалению, ошибся. 25-24. Сетбол на стороне амгинской команды. Не смог укротить мяч Геннадий Михайлов. 25-25. На подаче Василий Афанасьев. Стабильно подает мячи. Тоже хорошая подача, хороший прием. К сожалению, ошибается Сергей Игнатьев. Первый перерыв при счете 25-26 берет команда амгинского района Улуса. Александр Петрович Керемясов в 82-м году начал работу свою учителем физкультуры в амгинской средней школе и проработал в Амге до 91-го года. И в этот период времени амгинская сборная выигрывала республиканские соревнования,
различные республиканские соревнования. Был бум развития волейбола в Амгинском улусе. И вот и сейчас мы видим то, что игроки Амгинского района играют в таких крупных мероприятиях, соревнованиях. Красивый, мощный удар продемонстрировал Сергей Игнатьев. Исправил свою предыдущую ошибку. И сравнял счет 26-26. Поле показывает линейный судья. После удара Иннокентия Филиппова. На подаче Иннокентий Филиппов. Да. Остались без нападения. Первая партия закончилась со счетом 28-26 в пользу команды СВФУ. Да. Вчера в полуфинальных играх встречались команды Амгинского и Намского улусов. Намская команда выиграла. И второй полуфинал между командами СФУ и Алекминского улуса. В финале будут играть команда из Намского улуса и Алекминского. Второй судья проверяет расстановку команд. Сейчас буквально через некоторое время начнем. Разрешил выйти на площадку либеро команды СФУ. Эркин Киров. На подаче. Перешел на планер. Как не получается организовать нападение у амгинской команды. Остается мяч в игре после блока. Да. Опять раньше времени побежал вперед либеро команды СФУ. Увидел нападающий команды Амги и сбросил мяч в пустую площадку. Спорный, показывает первый судья. 1-0. Асен Христофоров подавал. Красиво довел
мяч Василий Афанасьев, связующий команды СФУ, до своего нападающего Иннокентия Филиппова, который выиграл первое очко для своей команды. Хорошая подача в исполнении Василия Афанасьева. Два один. Денис Шестаков. Отведенный мяч. Остались без нападения игроки сборной СФУ. Уходящий в аут мяч поднимает либеро команды СФУ, но не оставляет его. Мяч от его рук улетел в аут. 3-1. Да. Не успевает перенести руки 19 номер Владислав Захаров. Мяч провалился между сеткой и блоком. 2-3. Никита Филиппов. Будет контратака в исполнении игроков. Да, мяч не доводит до связующего Никита Филиппов. Но данную ошибку исправляет Егор Наговицын. Отправляя мяч в аут от блока. 3-3. Низкий прием. Не сильный нападающий удар. Аккуратно перевел Егор Наговицын. И выиграл четвертое очко. Грамотно распорядился мячом Сергей Бечитов, несмотря на двойной блок, выиграл пятое очко. Продолжает подавать Иннокентий Филиппов. Айтал Алексеев. Его исполнение блок. 6-3. При счете 3-6 первый тайм-аут берет команда Амгинского Улуса. Команда вернулись на площадку. Иннокентий Филиппов при счете 6-3 подает. Хорошая подача. К сожалению, ошибается Радислав Захаров. Не по высоте паснул связующий. 7-3. Отведенный мяч. Сергей Бечитов не стал нападать. Геннадий Михайлов ошибается при нападении. Мяч улетает в аут. 8-3. Замена в команде Амгинского Улуса. Вместо игрока номер 10 на площадку вышел игрок под номером 4. Джулустан Захаров.
ошибается Егор Наговицын, сбрасывая мяч. 4-8. Сергей Игнатьев. Девять четыре. Егор Наговицын, доигрывающий команды СФУ, подает. Зачехлили блоком Джулустана Захарова, блокирующие СФУ, и выиграли 10 очко. Плюс 6 у СФУ. Не разобрались на задней линии либеро и Егор Наговицын. И подарили 5 очко амгинской команде. 5-10. Джулустан Захаров. Чуть не ошибся. Оставили мяч в игре. Да, ошибается Эркин Киров. 6-10. От блока посылает мяч в аут Сергей Бетчитов, второй номер. Все нормально, показывает второй судья. 11-6. Геннадий Михайлов. Василий Афанасьев оставляет мяч. Но, к сожалению, ошибается в защите Сергей Игнатьев. Не успел на этот мяч перестроиться. 12-6. Низкий прием. Сложный мяч оставляет в игре Эркин Киров. Пас на четвертую зону. Хорошую защиту показывают, демонстрируют игроки сборной СФУ. Сергей Бетчитов со второй зоны. Да, практически без блока атаковал 19 номер. У нас Джулустан Захаров. Ой, к сожалению, мяч улетает в аут. Был длительный розыгрыш мяча, в котором победителем вышла команда СФУ. Четвертый номер Айтал Алексеев подает. Центральный блокирующий. Хороший прием у Сергея Михайлова, у Геннадия Михайлова. Иннокентий Филиппов с забеганием за спину своего связующего. Нападает, приносит 14 очко своей команде. Команде амгинского луса замена. Вместо игрока номер 3 Геннадия Михайлова на площадку выходит игрок под номером 8 Айтал Соловьев. Да. Не разобрались друг с другом Иннокентий Филиппов и Василий Афанасьев. После постановки блока. 7-14.
Тоже низкий прием. Но хорошо доведенный мяч до своего нападающего приносит результат. В команде СВУ замена. Вместо игрока номер один на площадку вышел игрок номер 10, Артем Дьяконов. Сразу пошел подавать. В пользу команды СВФУ. Хороший акцентированный удар в исполнении Радислава Захарова. К сожалению, вышедший на замену Айтал Соловьев ошибается при подаче. И 16 очко выигрывает команда СФУ. Василий Афанасьев подает. Не справляется с приемом Айтал Соловьев. Вторая ошибка в исполнении. Целенаправленно подает Василий Афанасьев на Айтала Соловьева. 18-8. Второй перерыв во второй партии берет команда Амгинского Улуса при счете 8-18. Главный тренер сборной СФУ дал рекомендации. Внимание акцентировать именно в игре в защите на задней линии. Доставать мячи, уходящие от блока. Быть готовым в защите к любым нападающим ударам. Ошибается при нападении Сергей Игнатьев. Что-то разладилась его игра в нападении. Еще раз в адрес Айтала Соловьева. Ну и грамотный блок в исполнении Иннокентия Филиппова и Сергея Бичитова. Приносит 20-е очко. Еще раз в первую зону подача. Да, немного не доигрывают игроки сборной СФУ на задней линии. Доводка хромает, конечно, у ребят, особенно с задней линии. Пробивает блок Иннокентий Филиппов. И счет становится 21-9. Разладилась игра у амгинской команды. Пропало нападение у них. Пробивает блок мощным ударом Егор Наговицын. И 22-е очко зарабатывает команда СВФУ. Рисковал Иннокентий Филиппов. Мяч улетел в аут. Будет подавать Денис Шестаков, команда Амгинского Луса. Сергей Бичитов нападал четвертый. Еще раз его адрес. На этот раз находит брешь.
в блоке амгинской команды и выигрывает очко очередное. 23-10. Не получилось амгинским волейболистам навязать игру во второй партии. Разрыв составляет плюс 13. Аут. Уходит, улетает мяч после нападающего удара Джулустана Захарова. И сетбол у команды СВФУ. На подаче Егор Наговицын. Ошибается при приеме либеро команды амгинского района Улуса. Хорошая доводка. Блок останавливает нападение Артема Дьяконова. Но все равно 25 очко выигрывает команда СФУ. Вторая партия завершилась со счетом 25-10 в пользу команды СФУ. Счет в партиях 2-0. На чемпионате республики, проведенном в марте 2020 года, команда амгинского Улуса заняла 4-е место. На чемпионате, проведенном в 2021 году, намская команда заняла 5-е место. Команда СФУ участвовала в этом году в первенстве республики, вторая лига, и выиграла данное первенство. Они играли в финале, встречались со сборной сборного Улуса и выиграли эту команду. Так что они, обе команды, опытные бойцы. Показывают результативные атаки с обоих команд, продемонстрированные во второй партии. Начинаем третью партию игры за третье место, за третье-четвертое место между командами амгинского Улуса и сборной команды Северо-Восточного федерального университета. Счет встречи 2-0 в пользу команды СФУ. На подаче Радислав Захаров, 19 номер, амгинский Улус, 0-0. Свисток на подачу. Хороший прием. Высокий съем в исполнении Иннокентия Филиппова приносит первое очко команде университета. Василий Афанасьев подает.
на либеро. Либеро справляется приемом. Хороший удар в исполнении Айтала Соловьева. Также высокий съем, разбег. 1-1. Силовая подача, но, увы, улетает в аут. 2-1. Иннокентий Филиппов. Оставили мяч в игре мгинские волейболисты. Зачехлил Радислав Захаров. Эркина Кирова. Было задумано, конечно, игроками СФУ грамотно. Но тут как тут оказался блок Сергея Игнатьева. 2-2. Разорвал блок связующий команды СФУ Василий Афанасьев. 3-2. Подает Егор Наговицын. Хороший высокий прием. Да. Укороченная передача. Первый темп за головой в исполнении Сергея Игнатьева. 3-3. Сергей Бекчитов. Заступ. Переход в средней линии показывает первый судья. Игроком команды университета. 4-3. Сергей Игнатьев. Эйс! Либеро не справляется с его подачей. 4-5. Подает Сергей Бекчитов. Второй номер. Блок цепляет мяч. Эркин Киров не стал нападать. Длинные руки Айтала Алексеева тут как тут. 5-5. Оставляют мяч в игре. После удара Данила Шестакова еще раз срабатывает блок. Айтал Алексеев. Подключается вторая линия. Геннадия Михайлова закрывают. Еще раз закрывают. Третий раз. Да, ну третий раз. Блок закрывает Айтал Алексеев. Тут как тут. 6-5. Под девятый номер, под девятый метр. После подачи Сергея Бекчитова счет уже становится 7-5. Конечно, нам надо было либеры команды сопровождать этот мяч до конца, а не провожать глазами. 7-5.
Геннадий Михайлов демонстрирует свой мощный удар с третьей зоны, переигрывая одиночный блок 6-7. И сам пошел подавать. Силовая подача. Хорошая силовая подача. Переходит через... Перелетает через сетку. Кто-то задевает сетку. Ошибаются игроки сборной университета. 7-7. Хорошая подача. Скидка в исполнении связующего. 8-й номер. Айтал Соловьев пробивает блок. Эпизодически ребята демонстрируют хорошие акцентированные нападающие удары, пробивающие блок. И игра сразу становится интересной. Не успел на мяч либера после удара Эркина Кирова. Хотя блок данный нападающий удар смягчил. Но либера чуть-чуть не успел. 8-8. На этот раз аут. Сантиметров 15 перелетел мяч линию площадки. 9-8. Оставляет либера после мощнейшего удара Иннокентия Филиппова. Еще раз! Чуть-чуть не хватило Данилу Шестакову перекинуть мяч через сетку. Хороший эпизод. Начинает просыпаться защита амгинской команды. И снова Иннокентий Филиппов. 10-9. Эркин Киров подает. Геннадий Михайлов. Да, ошибается чисто тактически. Данные мячи должен поднимать либеро, доводить до своего связующего. Либо в крайнем случае... Либо такие мячи должен доводить до нападающего.11-9. Эркин Киров подает сборной университета. Хороший прием. Блок. Не успевает на блок 19 номер Радислав Захаров. Мощнейший удар в исполнении Иннокентия Филиппова до пола. 12-9. Айтал Соловьев от блока мяч посылает в аут по высокой траектории. 10-12.
поле показывает линейный судья. 13-10 ровно попал в линию практически. 13-10. Василий Афанасьев. Снова мяч не доводится до связующего. Оставляют мяч. Сработал блок Сергея Игнатьева. Грамотно отыгрывает Сергей Бетчинов. 14-10. И снова Сергей Бетчинов переигрывает либеро команды Амгинского Луса. Василий Афанасьев. Эйс. Пятнадцать десять. К сожалению, на этот раз допускает ошибку Василий Афанасьев. В команде Амгинского Луса замена вместо игрока номер 8. На площадку выходит игрок под номером 9 Денис Шестаков и идет подавать. Оставили мяч в игре, успели. Еще раз укорочено, не стал бить Сергей Бетчинов. Не сориентировался вовремя Сергей Игнатьев. На этот мяч 16-11. Плюс 5 в пользу сборной университета. И основной нападающий Иннокентий Филиппов выполняют подачу. И снова сложный прием. Вылетает с шестой зоны Эркин Киров. 17-11. Геннадий Михайлов пробивает блок резким своим ударом и выигрывает 12-е очко. Стал нападать Сергей Бетчинов. Не дотягивается до мяча Эркин Киров на задней линии после отскока мяча от блока. 13-17. Сергей Бетчинов практически без блока нападал и выиграл 18 очко. Не стал почему-то прыгать на блок 10 номер. Либо потерял своего нападающего. 18-13. Да. Практически прострелил вдоль сетки Василий Афанасьев. В команде Амгинского Луса замена вместо игрока номер 10. На площадку вышел игрок под номером 4 Гюлустан Захаров. Он уже выходил в этой встрече. 19-13. Ныряет мяч перед носом либера. 17 номер нападал первым темпом. Но тут как тут оказались руки Айтала Алексеева. 20 очко выигрывает команда университета. Замена в команде университета. Вместо игрока под номером 2 Сергея Бетчинова на площадку вышел игрок под номером 10 Артем Дьяконов.
не доводится. Мяч до четвертой зоны. Не был готов к этому удару вышедший на замену Джулуштан Захаров. И допустил ошибку. 13-е. 21-13. Разрыв увеличивается. На подаче Егор Наговицын. Хорошая подача. Да, была разыграна комбинация. Допускает ошибку Геннадий Михайлов. Попадает в трос. Хотя не было блока. 22-13. Продолжает подавать Егор Наговицын. Аут. Первый судья фиксирует касание блока. И мяч переходит на сторону амгинской команды. 14-22. На подачу идет Сергей Игнатьев под 17 номером. 14-22. Высокий мяч оказался для Эркина Кирова. 15-22. Ошибку очередную допускает при подаче Сергей Игнатьев. И 23 очко зарабатывает команда СФУ. Буквально 2 очка отрывает от третьего места команда университета. 10 номер Артем Дьяконов. Команда Амгинского района остается без нападения. Одиночный блок блокирует Эркина Кирова. Джулустан Захаров нападал. Остается мяч в игре. И снова Джулустан Захаров. Эркин Киров не стал нападать. Оставляют мяч в игре амгинские волейболисты. Получите дубль 2 в исполнении игрока под номером 3 Егора Наговицына. Сетбол у команды университета 24-15. Мяч после нападения Геннадия Михайлова. Мяч от троса улетает в аут. И третья партия завершается со счетом 25-15 в пользу команды университета. Общий счет встречи 3-0. Поздравляем команду сборную команду Северо-Восточного федерального университета с третьим почетным местом. В 19:00 у нас встреча, финальная встреча между командами Намского улуса и Алекминского улуса. Да, встреча пройдет в 19:00. Ждем. Сурптара тас.
Сагақтан сағақ